этот такой вопрос очень достаточно сложный, это должны специалисты, да, отвечать на этот вопрос. Но я думаю, что есть же у нас умные там люди, которые все это просчитывают. В любом случае это тоже надо делать, в любом случае, потому что, ну, хотя бы какая-то альтернатива, хотя бы какая-то, пока ее вообще никакой нет просто. Пока как бы мы существуем в финансово-экономической системе, авантюристической совершенно, да, которая как бы, ну, где ничего ни с чем не срастается. Где, чтобы исправить ситуацию, нужны какие-то там конфликты, там, региональные, а то и тотальные. Да. Тогда только опять экономика оживает. Ну, так же не может, да, существовать. Вот. Мне кажется, что это надо делать. Я думаю, что это будет жить.